Всем привет! Первое испытание OpenHD, которое я установил на самолет Sonic Model Binary 1200, не увенчались успехом. Дома вроде бы все работало нормально, стабильно. Минут 10-12 я получал стабильную картинку с борта. Но в поле проблемы начались с самого начала. Сначала почему-то не проинициализировался полетный контроллер. Я не понял почему. Просто перезагрузил его, и вроде бы он проинициализировался корректно. Полетник не стартанул с первого раза. Оборудования для записи HDMI потока у меня пока что еще нету, поэтому картинку с воздуха, с OSD, я планировал писать через телефон, через приложение OpenHD. Но по какой-то причине запись не запустилась. Центр управления полетом. Просматривая видео, которое записал Алексей, я заметил, что вот в этот момент как раз пропал сигнал с самолета. Картинка с OSD просто застыла в этот момент. Или пан, или пропал. Че, ты готов? Да. Запускал самолет в режиме тейк-офф. Этот запуск был также испытанием работы автоматического режима. Режима тейк-офф. Нормальный звук моторов. Виновником оказался слегка открутившийся винт крепления мотогондолы. Из-за этого мотор издавал такой звук и вызывал повышенные вибрации всего борта. Возможно, из этих вибраций и пропала видеосвязь. Но это не точно. Поскольку, судя по видео записанному, картинка пропала еще далеко до запуска мотора. Слушай, картинки нет. Другого варианта, как переводить самолет в режим стабилизации и зажать его визуально, не было. Че, визуально полетишь? А картинки нету? Да ты че? Да. Поэтому, маленько успокоившись, собравшись с мыслями, я включаю режим стабилизации и пытаюсь сориентироваться, где нос, куда летит самолет. И захожу на вираж посадки. Ну, визуально тогда. Разворачиваю нос против ветра и захожу на посадку. Благо, местность позволяет. Потихонечку сажаю его. Нету. Картинка пропала. Странно. На этом испытания HD-линка OpenHD были закончены.